Еще раз, да, время посмотрел, я забыл, уже считаю. Вадим. 14:10, да? 31 мая 2020 год, Харьков. Ловим молния. Там кумончик. Там сейчас молния такая шикарная была. А я не заметил. Ну, смотри, не топчи. Громко сильно. О, будем говорить. Капец. Я не увидел. Увидел. Эй, это град, что ли? Что? Град! Хо-хо. В смысле град? Да серьезно тебе говорю. Град! Погоди, ты видишь капли какие? Да какие капли, град? Смотри, влезай в кадр. Матерь Божья, ты смотришь, что творится. Ну то руки можно помыть. Ну да, больше мыть руки, это няня. Переплатил за воду. Да, точно. Что-то там. Капец, вообще, что творится? Кажется, вечером много будет не простой. Была плохая идея пить 6 литров за 1 час. Не, а где молния? Тут лишь молния классная. Тебе града не хватает. Ну, молния покрасивее. Ну, а, да. Слышишь, залетает. О, что-то бумкнуло, я не увидел. А я тоже из-за того, что звёзд. Ёх, там вообще туман ищет, смотри. Вот это весна у нас, слышишь? Видишь, там туман? Да это не туман, сынуля. Это просто такой плотности дождь, что он закрывает. Глянь! Понятно, что град, осторожно. Эпический караул. Переулок. О, я еще тут. Вообще, и дом даже исчез. Я видел, вернулся. Не, не, ни молнии не было. Я говорю, и дом даже он исчез, ты видишь? Да, да, он только что даже... Была молния, да? Нет. Да ну ее не видно за такой плотностью дождя, ее просто не видно. Вот это, которое надо открывать? Нет. Не, ну там будет без сетки просто, да. А, то есть через него можно открыть? Так, ладно. Да, что у нас, 31-е. Вот так, что ли? Сюда? Ты его не открыл, поставь горизонтально. Нет. Да. Я не открываю. А, вот. Ужас какой, да. 31 мая 2020 год, Харьков. Весна с нами попрощалась. Ладно, молнии будем ловить в другой раз.